В Александровском районе откроется 2 новых промышленных предприятия. Об этом во время своего рабочего визита сообщила губернатор Владимирской области Светлана Орлова. В Александрове она встретилась с представителями малого и среднего бизнеса. Сейчас в Балакирево у вас мы размещаем производство этих тракторов для уборки улиц. Это тоже говорит о том, что для Александрова в перспективе нам нужно еще промышленное производство. У нас есть 2 проекта с фондом Бравермана. Один по текстилю, второй там связан еще с одним направлением. Поэтому мы сейчас ведем вот 2 проекта, которые мы хотим по Александру, потому что нам надо роль промышленности здесь все-таки увеличивать. Светлана Юрьевна приняла решение на развитие города Карабаново, завести туда инвесторов. Город 16 тысяч населения. Был он высокотенденционный, сейчас она оттуда выходит. Я надеюсь, что Светлана Юрьевна что решила, она все реализовывает. 4% всей промышленной продукции области производится в Александровском районе. Сейчас там действует 82 крупных и средних предприятия. Район занимает 9-е место по объему инвестиций. По словам губернатора, открытие новых площадей позволит улучшить позиции района на рынке и создать новые рабочие места. Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.